За трансляцией из Осло в России следили десятки тысяч человек. Самые преданные болельщики в родном Дагестане. В спортшколе Абдул-Рашида Садулаева победу любимого борца ждали около сотни юных вольников. Трансляцию организовали прямо в спортзале. Вот так юные болельщики реагируют на каждое удачное действие своего любимца. Абдул-Рашид Садулаев уже в четвертый раз встречается с Кайлом Снайдером. Сомнений в победе ни у кого нет, но градус напряжения высок. В атаку танк пошел во втором периоде. При счете 6-0 зал буквально взорвался овациями. Вместе с молодыми борцами за схваткой следил и двукратный чемпион мира Магомед Расул Газимагомедов. Блестящий, что мы сказали, вы сами увидели, да? Как говорится, Рашид в такой форме на голову выше. После Олимпиады же у него особо тренировок не было. На последних сборах, можно сказать, только тренировался. И вы сами увидели, как он выступил. Очень хорошо выступил, обрадовал всех нас. Мы очень рады, да? Каждая победа Садулаева вдохновляет юных вольников. Еще больший стимул для детей – его присутствие в зале. Находясь в Махачкале, лучший борец современности тренируется наравне со всеми, проводит здесь мастер-классы. Болели все дети, даже которые 4 часов тренируются, дети остались именно эту схватку посмотреть. Очень красивую борьбу показал. Мы гордимся, красавчик. Честно сказать, мы даже уже не берем детей. Как вот. Замдиректора не даст соврать, здесь сутками, толпами приходят. Уже переполнены за Рашида, это слышит, весь Дагестан, наверное, болеет за Рашида. После финального свистка болельщики обмениваются поздравлениями. Тренировка уже давно завершена, но успех земляка вызвал у ребят прилив энергии и подъем духа. Курбан Рагимов, Тагир Багамедов, телеканал ННТ, Махачкала.